Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Edge of Defense. Мы с вами остановились на якобы последней миссии, ну, я так думал. После того, как я решил перепройти игру, потому что я там сфейлился по чернаку, у меня куда-то ушел шаман, и у меня открылась вот такая вот новая область. Еще три эволюции. Это прикольно, и написано Help Wanted. Ладно, давайте, друзья, смотреть. Короче, миссия сложная. Очень много мелких врагов здесь. Копеечка у меня получает, судя по всему, последнюю эволюцию. И дамочка тоже получает эволюцию. В чем был мой провал? Я, как обычно, начал строить копеечков. Ну, в принципе, это и правильно. Но здесь очень много мелких стай, да, которых нужно бомбить именно камнями. Поэтому я буду сейчас делать акцент на наших ребятушек с валунами. Не знаю, какой из этого получится эффект. Вытяну, не вытяну, но надо именно так делать. Поэтому будем сейчас вот именно чуваков с камнями расставлять. Тут, кстати, у нас будет 30 волн. Не забывайте, что это у нас миссия третья. Здесь обязательно будет босс стопудово. Так что, ребятушки, будем подготавливаться. Но про копейщиков тоже, конечно же, забывать не стоит. Они здесь нужны, потому что здесь будут и кобры, и птенцы. Кстати, хочу сказать, что вот здесь вот в костре будет изображена летающая тарелка, которая будет работать за меня. То есть она будет летать и похищать маленьких динозавриков. Посмотрим, как это все будет у нас происходить. Дошел я максимально до 7-й волны и дальше, к сожалению, сфейлился. Так, давай, наверное, прокачаем копейщика. Первая волна пойдет отсюда. Я думал, что мы будем здесь с вами долго обороняться, но потом пойдет отсюда. Кстати, смотрите, тут в болоте какая-то фигня лежит. Так, что нам надо сделать? Нам надо поставить еще девчулю. Поставим вот такую, наверное, да? Так, здесь надо еще, наверное, чувачка с валуном поставить. О, уже время тикает. Сейчас пойдут волны. Ну, с первыми мы справимся. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Так, прокачка. Тут ничего сложного нету. Так, давай-ка, наверное, вот этого тоже мужичка усилим. Вот эти вот птички меня, в принципе, и завалили. То есть я потерял очень много хп, поэтому я решил переигрывать. Ну что, следующая волна вот отсюда. Вот, видите? Я думал, что я смогу здесь сделать некую передышку, но не тут-то было. Мне ее просто-напросто не дают. Так что давайте обороняться как можем. Естественно, вот эти вот мужички с валунами нам здесь пригодятся очень сильно, потому что потом побегут птички и всякая ерунда. И причем это будет очень жестоко, их очень много будет. Так, вторая эволюция. Прокачиваем, естественно, с вами колье. Вроде бы неплохо, да? Отлично. Ну что, дальше у нас пойдут черепашки. Да, именно они. Именно они. Так, что же нам сделать? Нам нужно побольше здесь, наверное, выставлять наших девчуль, которые могут усиливать наши вот эти вот команды. Так, тихо, как бы... Не достает. Ладно, пускай здесь будет находиться. Ты посмотри, а. Черепашки сворачиваются в клубок и чешут. Просто с офигенной скоростью. У нас третья эволюция. Так, прокачиваем оглушение. Ну, в данный момент я играю практически как и в первый раз. Только вот здесь вот поставил побольше чуваков с валунами. Все. Больше никаких отличий нету. Так, ну у нас третья волна. Сейчас будет жестко. Так, у нас две кобры. У нас две кобры. Вот, кстати, и накопилась у нас тарелочка летающая, которую я могу вызвать. Она очень медленно летает, но долго. Долго, и не знаю, насколько она хороша. Она против толп, именно когда будут здесь очень много птенцов. А их здесь, поверь, будет столько, что жесть. Просто десятками будут пробегать. У меня вот здесь вот все было заставлено копейщиками, эти чуваков, которые с камнями, маги, кого только не было. Вот я думаю, что вместо этого теперь нужно, наверное, ставить больше чуваков именно с валунами. Ты посмотри, а
Посмотри, какая она жесткая, вот эта кобра. Вот идет и все. Ну, у нее, видишь, эффект какой. Она плюется ядом, и мои воины, во-первых, очень медленно перезаряжаются, да? А во-вторых, у них слабая очень атака. Так, у нас побежали ослики. Здесь, кстати, вот с этой стороны побегут вот они. Такие же, только покрупнее. Ну, на самом деле, они ватные. Очень быстро разбираются, поэтому волноваться по этому счету не стоит. Так, секунду. Так, следующая эволюция. Тотем. Тотем, это хорошо, нам пригодится. Наша задача главная сейчас — это накопить очень много еды и проапать как можно быстрее всех. Здесь у меня, кстати, я заметил, ни одного топорщика нету. И это плохо. На самом деле это очень плохо, потому что они у меня здесь уже были. Их здесь было у меня много. При всем при этом на этот раз я почему-то сэкономил. Не знаю почему. Ой, друзья мои. Шестая волна. По-моему, на седьмой, да, я? Или на какой? Или на восьмой? Ну, в общем, сфейлился я. Смотри, врагов много, они жесткие, крепкие, сильные. Вот с этим, ну, вот они идут и все. И вот против таких вот монстров, да, мои ребята с валунами просто бесполезны. Как будто у них какая-то есть защита. Их только вот копейщики довольно неплохо бомбят. Ага, хорошо тут вышло. Вот так вот мы с вами сделаем. Ну что же, следующее. Ох, летающие. И здесь, вот начинается, смотрите, видите, 22 птички, 9 птичек, а потом будет 60 птичек, здесь 70 и здесь. И причем они будут идти, их подбиваешь, они умирают, откладывают яйца, вот так вот. То есть тут очень, очень жестко будет. Просто такие орды вырастают. Значит, все-таки я дальше проходил, чем седьмая волна, потому что это я прекрасно помню, это мы проходили. Так, надо быстренько мне прокачивать чуваков с валунами, но это не получится, судя по всему. Вот смотри, видите, они проходят. И это только лишь 20 птичек было. Теперь представь, когда отсюда, отсюда, отсюда и отсюда пойдут волны, мега-волны. Там действительно мега-волны пойдут. Давай делать прокачку. Оглушение, наверное, да? Смотри, 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 вот эта фигня пролетит, да? Нет, не пролетело, и слава богу. Но зато вот тут пробегает тарелка, ну. Вот, друзья, вот как ни крути, но все равно проходит, а? Одного мы пропустили. Даже не одного там. А, нет, смотрите-ка, мы все-таки успели добить. Как-то странно. Ладно, тут нам дают некую передышку, да? Не особо сильных монстров нам сюда выкидывают. А, вру, друзья мои. Тут еще пойдут эти муравьеды. Значит, не на седьмой, далеко не на седьмой волне я остановился. Намного дальше. Муравьеды будут, а вот уже после муравьедов, по-моему, да. Так что, друзья мои, сейчас будем готовиться к жести. Серьезно тебе говорю. Я не шучу. Так, что у нас тут? Ага, страусы, да? Страусы, а там кобра. Страусы, кобра, все дела. Все равно как-то вот мне не нравится, что мы с вами тут сделали. Защита, ну, не ахти. Согласись. Ну, на то это и третья миссия. Она и должна быть очень сложной. Ну, не настолько же, господи, чтобы вот так вот просто проходить здесь. Как у себя дома идут, а? Смотри. Слушай, ну копейщик хорош, да, вот этот вот. Хорош, тут ничего не скажешь против. Давай мы, наверное, вот так вот сделаем. У него, во-первых, радиус обстрела обалденный просто. Он захватывает чуть ли не все дорожки. Так, давай, наверное, вот это вот изучим. И вызовем тарелку на всякий случай. Тарелочка летит только вот сюда, пожалуйста. Вот здесь вот враги. Нет, она все равно летит туда. Вот, она летит туда, куда ей удобнее. Слушай, мы еще даже кобру с вами не подбили, а она уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, она пройдет. Друзья, мы не сможем ее забомбить. Да ведь? Ну. Да, тут даже копейщик не справился. Блин, совсем немножко нам не хватило ее подбить. Ладно. Первый юнит, который у нас прошел здесь. Ё-моёшечки. Значит, это говорит о том, что мы здесь действительно еще до сих пор слабы. Ой, вот эти вот яйца, блин, раздражает на самом деле.
Вот ты прикинь, мы вот с этой ордой не можем справиться. А тут их всего лишь вышло, ну, меньше десятка. Дальше будет... Ну, увидите, короче, все сами. И опупеете, наверное. Так, там у нас... Дода бежит, главный, судя по всему. Надо, наверное, все-таки еще выставлять копейщиков. Да? Как думаешь, стоит выставлять еще копейщиков? Ну, вот они пробегают, и все здесь. Не хватает там скорости, мощей, чтобы их всех тут поуничтожать. Глушу, конечно, но что это мне даст? Ничего. А вот, ребята, по-моему, нет? Нет, это еще не то. Вот только муравьеды мы. Вот они сейчас пойдут. Мы до них дожили. До муравьедов. А вот после них уже будет жесть. Ну что, прокачиваем здесь копейщика. Нам нужно с вами сколько там? 600 еды, чтобы улучшить чувачка с валунами. Он еще так медленно перезаряжается. Вообще жесть. Очень медленно. Так, муравьеды, отвалите. Блин. Смотри, смотри, вот валят просто кучей. Ну-ка, дай-ка шипы поставим сюда. У меня здесь мага еще нету, оказывается. Первый раз я когда играл, у меня здесь уже вовсю стоял маг. Но мне кажется, здесь от него толку мало. Так, ну что, давайте, наверное... Ага, улучшаем. Улучшили нашего камнемета. По-другому его не назовешь. И готовимся. Да, ребята, вот сейчас будет трэш. 50 птенцов, 70, 85 и 60. Ой, трындец. Вызываем. Смотри сейчас, что будет. Сейчас просто опупеешь. Просто опупеешь. Ты посмотри, что происходит. Просто идет орда. Они вроде кажутся слабенькие, маленькие, но их здесь много, ты понимаешь? Их просто тьма здесь. Блин, я не знаю, как даже сделать это здесь. Так, сяк. Хоть ты что тут делай, ну их просто... Вон, смотри. Пробегает. Ну что, что, что? Мне эта эволюция ничего ровным счетом не дает. Дай шипы поставлю сюда. Ну, бросайте вот сюда вот камни так, господи, ну... Опять, да? Ребят, ну здесь вот... Поверь мне, здесь в разы меньше прошло, потому что все-таки камешки мне здесь помогли. Вот эти вот чуваки с камнями помогли. Мы с вами пропустили не так уж много. 72 хпшки. Ну, ты представляешь, это на 12-й волне. Я боюсь даже представить, что будет дальше. Дальше нам, наверное, надо их еще круче сделать, чтобы они вообще бомбили божественно, да? Просто на ура. Может быть, тогда в этом и будет толк. Смотри, просто орда. Орда динозавров идет. Давай-ка мы, наверное, вот тут перекроем им путь. А здесь у нас тарелка летающая плюс ослы. 30 ослов там побежит, ё-моё. Вот я смотрю, здесь вот эти вот чуваки с камнями как-то не особо хорошо мне заходят. Давай улучшим. О, видел, тарелка сейчас похитила. Еще одна устарела. Ну вот против крупных, да, хорошо идет. Но против слабеньких... Во, тарелка здесь идеально сработала, на самом деле. Практически весь отряд динозавров она просто похитила. А вот сейчас будет трэш, по ходу дела. Ладно, я поставлю сюда шипы. Здесь у нас идут вот такие вот динозаврики. Я вот до сих пор не понял, вот откуда они взялись. Они откуда вот эти вот взялись? Почему? Просто с середины карты взяли и вылупились. Так, тут еще и летающие у нас будут. Да чтоб вас всех, А750. Слишком дорого. Слушай, тут нужны копейщики. Ты посмотри. А копейщиков у меня мало здесь стоит. Ёпрст. Так. Давай, 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 родные мои. Ну вот куда вы разогнались, а? Куда вы разогнались? Так, уничтожаем, уничтожаем их всех. Успеем, успели. Так, здесь вот так вот сделаем. Да, надо копейщиков выставлять. Тут еще эти три тарелки летят, смотри.
Ну-ну-ну-ну-ну, родные мои, давайте. Надо вот этих вот тут. Ай-яй-яй, наверное, опять все-таки одна пролетит. Да что ж не везет-то мне? Блин, еще и ослы, да, наверное, пробегут? Нет? А, он... Один пробежит, да, получается. А, еще и тарелка здесь, господи. Ну, подбейте, пожалуйста, тарелку. Есть, молодцы, красавцы. Фух, вот об этом я вам и говорил. Люто здесь, очень люто. Трэш полнейший. У меня уже 71 хп осталось. 71 хп. Опять куча этих птенцов бежит, как мы видим, да, вместе с этим страусами. А здесь и эти, хотел сказать, ёжики. Ну, вы поняли, черепашки. Так, давай. Может быть, здесь подсобить как-то нам. Вот так вот, маленечко, да? У нас есть тотем. В принципе, мы можем его активировать. Наверное, нам придется его активировать. Потому что враг что-то уж вообще тут залютовал. Эволюция. Если бы у меня все вот эти вот улучшения бы работали, да? Как они и должны, в принципе, работать во всех играх. Мне кажется, было бы все нормуль. Так, ну что, наверное, нам надо кого-то здесь улучшить. А этот что, у меня полностью прокачанный? Полностью. Так, девчуля тоже полностью. Этот полностью. Так, топорометатель вот здесь вот улучшим, наверное. И, ага, на топор не хватает. Ну что ж, давай вызывать пардончи. Тут у меня сосед вдруг перфоратор взял и начал сверлякать. Поэтому пришлось немножко прерваться. Так, что у нас тут? Птички, да? 6 штук. Да они легкие, смотрите. Ну, легкие. Сейчас нам покажут здесь легкие. Так, нам надо вот так вот шипы здесь выставить. Ну, они как всегда, ребят, как хитрецы, самые умные, естественно, мимо них пролетают. Во. Знаешь, чем прекрасен топорометатель? Потому что он может бомбить и воздушные цели, и наземные. Да, вот в этом, конечно, его большой плюс. Ё-моё, ускоряются, а? Так, ну что, мы здесь справились. Дальше опять у нас Дода-птица, а здесь у нас 4 кобры. Вызываем. Вызываем немедленно. Слушай, я вот думаю, может быть, вот эту вот девчулю нам прокачать. Но 750 еды, это, конечно, очень много. Так, интересно, она не успеет пройти? Воу! А там-то что происходит, смотри. Там опять очередная волна этих птенцов бежит. Вот что я тебе могу сказать. Помогаем. Вот так вот. Слушай, ну в этом случае нам, конечно, выгоднее брать два метеорита, да? Согласись. Вот эти два валуна. Раз уж такое дело. Оглушение здесь, ну, совсем не катит. Слушай, я тоже об этом подумал сейчас. Что лучше все-таки надо было брать два валуна. То есть мы с вами скидываем их, да? И много урона наносим. А от оглушения здесь толку ноль. Смотри, какая мощная дода-птица была сейчас, а? Чуть не прошла. Так, вот эту кобру давайте, пожалуйста, забомбим. Я не желаю, чтобы она прошла. Все. Дальше. 10 носорогов, типа, да? А здесь... Ага. Муравьеды. Давай, наверное, тарелочку вызовем на помощь. Пускай она здесь летит, кружится. Тем более, она очень быстро копится, так что хорошо будет. Так, копейщика прокачаем. Топорометателя прокачаем. Так, что у нас еще здесь не прокачанным остался? Да, в принципе, много что. Хотя нет, ребята, что значит много что? У нас нет уже юнитов, нам нужно выставлять. Я думаю, что вот если я сюда поставлю мага, предположим, да, прокачаю его в огонь, будет от него здесь толк какой-нибудь? Да, он медленный, я не спорю, ребят, но что поделаешь. Так, тотем работает. Так, секунду. Только не говори, что вот эти пройдут. Нет, не успели. Шикарно. Типа моргает у нас прокачка, которой нету. Ну что, я теперь думаю, что камней достаточно. Теперь, наверное, нам нужно здесь оставить побольше копейщиков. Просто кучу копейщиков мы с вами здесь должны выставить. Ого!
Смотрите, какой-то новый рептилоид. 7200 хп у него. Такого еще не было. Причем он здесь не один. Значит, это обычно рядовой, да? Рядовой динозаврик. Ладно, будем с ним разбираться сейчас. Я в этот момент буду расставлять наших братиш, которые с копьями. Потому что камней хватает. Может быть, здесь еще вот... Что такое? Смотри, какой живучий. Может быть, побольше барышень здесь поставить нам? Как думаешь? Которые бафают наших воинов, так скажем. Ё-моё, что-то он какой-то уж больно лютый. Смотри. Так, дай-ка я прокачаю. Здесь не хватает. Тотем. Срочно тотем ставим, иначе пройдет. Вот здесь, к сожалению, я уже тотем поставить не могу. Я здесь все заблокировал себе. Значит, дальше у нас будут летающие птички плюс обычные птенцы. Здесь 26 птенцов плюс летающие. Короче, что-то мне напоминает уже из прошлого. Эта волна была такая мощная, поэтому подготавливаемся. Так, можно вот сюда вот поставить, наверное, девчулю. Вот эту вот. Выпустим, наверное, с вами тарелочку, пускай летает. Она как только накапливается, надо ее сразу выпускать. Что он там будет простаивать просто так, в холостую. Угу, здесь тоже птенцы пошли. Тарелка летает, но, как мы видим, врагов она еще не хватает, потому что их просто нету на пути у нее, да? Смотри-ка, здесь отличаются, кстати, эти птички. Здесь вон какие, это даже не птички, а, знаешь, больше похоже на летучих мышей. Прокачиваем. Так, у нас здесь все абсолютно прокачанные, да, прапанные. Так что все хорошо, нам, значит, нужно что-то новенькое с вами. Раз все бойцы у меня... А, вот здесь вот 850. Понял. Значит, мага мы еще можем с вами немножко усилить. Волна какая у нас была? Это 20-я, да? 20-я волна. Вот сюда вот тоже мы барышню поставим с вами. Я до сих пор так и не понял, какая девушка из них лучше и эффективнее, которая нам больше нужна. Так я в этом и не разобрался, серьезно. Вам может быть со стороны виднее. Кто-то говорит, что мои бойцы наносят больше урона. Кто-то говорит, что радиус у них повышается. Я вот больше склонен к тому, что у них радиус повышается, да? И возможно... Возможно, что да, можно и урон, кстати, получать побольше. Но точного определения я не знаю, ребят. Так, смотри, что происходит. Тарелки летающие, которые... бафают вот этих вот носорогов, назовем их так. И они ползут. Йох, Коломена, ты посмотри, что тут-то происходит. Так, давай мою тарелку вызовем тогда. Да тут трэш. Так, тихо. Надо тут срочно. Давай, я не знаю, топорометатели что ли сделаем. О-хо-хо-хо-хо-хо. Так, здесь мы с вами справимся. Да, тарелку мы эту подобьем. Вот здесь, ты посмотри, что происходит. Ты посмотри, что здесь происходит. Так. Слушай, ну, как ни странно, мы с вами справляемся. И это круто, это мне нравится. Вот когда мои вояки меня не подводят, это зашибись. Справились. Но я думаю, что летающая тарелка... А, ты понял, что она делает? Летающая тарелка хватает всех монстров на своем пути. И здесь их сбрасывает. Вот здесь, когда она долетает до сюда, она их сбрасывает. Вот откуда здесь появляются вот эти монстры. Я только сейчас это понял. Ясно, будем знать. Так, дальше что у нас там? Надо копейщиков. Больше копья. Просто орды копейщиков нужно здесь выставлять. Тем более вот этих супер прокачанных. Потому что я больше чем уверен, что здесь еще не одна пойдет орда мощная. А тем более мы знаем, что копейщики, мало того, что у них радиус обстрела очень большой, так они еще и быстро их метают. Как, в принципе, и топорщики. Но у топорщиков радиус обстрела маловат будет. Хотя они действительно сильные. Так, мы вроде бы пока держимся здесь с вами. Причем довольно неплохо держимся.
Ты посмотри, сколько у нас должно было бы здесь, друзья мои, прокачек. Но нету, нету этого всего. У нас не работают вот эти наши скиллы, которые мы могли бы прокачать. И они стопудово нам бы здесь очень сильно помогали бы. Это немножко, конечно, расстраивает. Я не знаю, почему разрабы забросили игру. Может быть, они и не забросили ее. Может быть, они и занимаются, но... Эта игра какого у нас года? По-моему, 17-го, если я не ошибаюсь. То есть, а сейчас 20-й год у нас, да? 3 года и... У нас и Ранхайт, извините меня, за 3 года чуть ли не 2 выпуска игры выпустила. Ну, там, правда, и компания, сами понимаете, да? Не абы что, а там действительно... Качественная компашка, которая сделала качественную ТДшку. Так, ладно, не будем отвлекаться пока. У нас тут... Так, ну тут вроде справляемся. Слушай, да, я думаю, что нам здесь не хватает? Девчули. Вот мы сейчас выставим с тобой сюда девочку. Танцовщицу нашу. Давай, прапаем ее. Вот так вот. Так, тихо. Я тотем сюда, да, не смогу поставить? Блин. Я тотем могу только вот сюда вот выставлять. Ладно, тогда мы будем с вами здесь полностью все так. А где у нас девчуля, которую за 900, за 9999 можно прапать? Ага, вот она. Прикинь, накопить на нее. Я хотел бы просто посмотреть. Причем это не та ли, которая получила еще одно улучшение? Мне кажется, она должна была стоить 999 еды, но никак не 9000. Так, что у нас там с вами? Муравьеды, да, пойдут? Муравьедики, ладно, давай с ними разбираться. Кстати, вот сюда вот можно копейщика поставить. Даже лучше топора метателя, вот так вот будет эффективнее. Правда, маленький радиус обстрела мы с вами выбрали. Ну, фиг с ним. Так, пока у нас есть с вами еда, мы можем с вами сюда, куда-нибудь вот сюда поставить еще одного чувака с валуном. Вот так вот. Шипы выставим. Сбросим шарик. Так, я достижения до сих пор какие-то получаю. Опять же, непонятные, да? На каком-то непонятном языке. Ну, и это понятно, что... Якобы первобытный строй. Какой язык мог быть в то время? Только лишь картинки. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Я тут пока с вами разговаривал. У меня тут трэш творится. Полнейший причем. Так, девочка, давай-ка мы тебя... Тебя улучшим. Вот так вот сделаем. Ну что, у нас, кстати, 24-я волна была. Будет скоро босс. Я больше уверен, что босяра здесь будет. Должен быть. Потому что это 3-я миссия, заключительная, в той эпохе, в которой мы сейчас находимся. Так, а что если я сюда поставлю, например, мага и сделаю здесь ледяного? Будет, наверное, неплохо, да? Он будет немножко притормаживать врагов. Но если выбирать между девушкой, да, которая на рыбке, где вот это вот, и мага... Маг что делает? Просто замедляет. А девчуля, она тормозит врага полностью, понимаешь, обездвиживает. Поэтому мне кажется, что она будет поэффективнее. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо. Разогнались, ребятули, смотри, бегут. Так, у него почему-то сработал реген, я видел. У него было здоровье немножко, потом бац, стало... Да ну, этот еще тут летает мне, олух. Бафает кобр, они и так сложные. Тарелка, видели, да, летала здесь. Увеличивает их. Что? Увеличивала в размере наших кобр, вот этих вот. Не наших, а вражеских. Так, вызываем следующую волну. И это у нас, в принципе, пока нормуль. Это у нас ускорители. Так назовем их. Потому что они ускоряются, но не вот эти вот, которые сейчас сверху пойдут. Я думаю, что вот здесь будет, наверное, эффективно поставить копейщика. Да, копейщик здесь самое то. Вот тут можно, в принципе, немножко расстроиться
например. Так, а я же мага хотел, да? Ледяного. Слушай, у ледяного мага, я больше уверен, тоже должна быть эволюция. Так, выпускаем с вами тарелку, пускай летает здесь. Еще одно достижение, наверное, связано с этой тарелкой. Выпустите 20 раз на поле боя тарелку летающую. Как-нибудь так. Тихо, ты смотри! Опа, ты понял? Ты видел сейчас, что произошло? У нас просто забежал туда динозаврик. Причем с такой лютой скоростью, и его никто не остановил. Барышня, пожалуйста, сделайте доброе дело. Останавливайте врагов. Так, 25 птичек полетит с этой стороны. Тарелка у нас что-то с огромной скоростью восстанавливается. Это хорошо. Опа, опа, смотри, сколько тарелок. И тут, главное, нет никого, да, чтобы их подбить. Надо это дело исправлять. Ё-просто, и с этой стороны. Ты посмотри. О-оу. Мне это не нравится, совсем не нравится. Так, давай сделаем таким вот образом. Тарелки эти надо оглушить. Ну, ну, родные мои, давайте, не подведите меня, пожалуйста. Уничтожайте эту орду тарелок. С птичками здесь справляются, да? Хорошо. Молодцы, красавцы. По-другому и не назвать. Копьеметатель. У нас еще есть деньги? Еще деньги, еда еще есть. Поэтому давай еще как-то здесь надо выставить. Во, вот тут поставим. Пускай будет топорщик. Ну что, вызываем следующую волну. Опять птенцы. А почему вот этот вот динозаврик здесь застрял? Очередные баги игры. Да, я так понимаю. Ты представляешь, если мы не сможем пройти с вами уровень из-за вот этого вот динозаврика? Потому что он просто баганул здесь. Ну, он вообще просто как будто нарисован даже. Урон не получает. Эй! Сколько вас много здесь, а? Эти птенчики. Эти птенчики раздражают. Так, я могу... О, могу вот сюда вот поставить чувака с камнем. Пускай. Лишним он не будет, точно. Тотем. Так, выставляем и вызываем пришельцев. Пускай вылетают и хватает вот этих вот страусят. Мы будем потихонечку с вами здесь выстраивать нашу линию обороны. Дайте, пожалуйста, 550 еды. Мне нужно прапать. Во, отлично. Слушай, ну ты посмотри, у меня тут все утыкано. Вызываем еще. Get 14 левел. Неужели достижение, которое перевели, на нормальном языке было написано? Кстати, две волны всего осталось, на удивление. И 70 хп у меня. Но еще мы не видели с вами босса. Мы еще с вами не видели босса. На самом деле я думал, что этот уровень у нас будет последним. Но так как у нас шаман куда-то убежал, да, и появилась там новая территория, где три эволюции еще будут впереди, я надеюсь, они рабочие, то это круто. То это на самом деле будет круто. Значит, мы с вами еще поиграем в эту игру. Так, как же мне сделать? Ага, вот сюда могу еще поставить копье. Слушай, ну согласись, вот сейчас у нас вообще тут имбово все. Все стоит, и то умудряются как-то не пробежать. Так, камни бросаем. Девчуля у нас непрапанная. Угу, это проблема. Вот на данный момент мне кажется, что кобры и вот эти вот динозаврики сильные. Самая такая имба. Я имею в виду и по хп, и по живучести, и по... Ну, единственное, что они медленные. Если бы они еще были скоростные, то вообще бы была бы труба. Так, по 10 птичек пойдет с каждой стороны. Это которые откладывают яйца, так? Так. Опа, шаман.
Улучшаем. Шаман, оказывается, у нас тоже был непрапанный. Так, здесь у нас все хорошо. Здесь все отлично просто. Так, разбили. Разбомбили. Уничтожили. Ну что же, Дода птица сейчас пойдет. Вызываем тарелку. Дода птица. Так, надо что-то нам здесь предпринять по-быренькому. Вот так вот. Опа, а это кто такой? Друзья, смотрите. Что это за фигня такая? Что-то я не могу понять, что она делает-то? Куда-то летит. Она замораживает, ты прикинь, она замораживает моих юнитов. Просто летит, распуливает, это есть что? Нет, ну, вряд, хотя это босс, наверное. 30-я волна, это босс. А, фиг, да я шипы-то тут шипы выставил. Они здесь никому не нужны. Смотри, просто летит, стреляет во всех и замораживает. На совсем, что ли, она замораживает? Ты посмотри, они... Нет, не на совсем, но надолго. Но очень достаточное количество времени, вот я серьезно говорю. Ну-ка, давай попробуем. Слушай, мне надо, наверное, здесь побольше копеечков поставить. Что-то она тут вообще залютовала, эта птичка. Просто лютует. Ну, естественно, полетели мухи. Где она там спрятала? Где босс? А, вот он. Что-то стоит, задумался. А что она задумалась? Она же не подбита. Нет. Ожила. И смотри, самое удивительное, сколько полетело мух. Это в тот самый момент, да? Эта птичка заморозила мне всех. Птеродактиль вот этот вот. И ты посмотри, орды мух летит. Этих стрекоз, кого, как хочешь их называй. Твою же маковку, у меня тотема нету. А она сидит, она спряталась в кустах. Мы ее почему-то в этот момент бомбить не можем. Вот она опять активировалась. Летает. Так, тихо, тихо, тихо. Да что ж такое, куда мне поставить, где? Вот сюда влепим. Так, еще одного копеечка мы с вами сделали. Так, где эта птица? Куда она? Вон она. Вот она. Но у нее еще прилично здоровье на самом деле. У нее еще здоровье прилично. Может быть, мага влепить куда-нибудь вот сюда. Так, маг, давай мы тебе заморозку сделаем, чтобы ты ее... А он, по-моему, не может ее замораживать, да? Так, тихо, тихо, тихо. Тотем могу поставить, активировать. Давай так сделаем. Смотри, смотри, она летает. Видишь, летает. Вау, просто снегопад какой-то сделала. А, она не то, что даже их замораживает. Она их замедляет еще при всем. Они еле стреляют. Кстати, я, по-моему... Смотрите, ребята, у нас почему-то атака повышенная идет. У всех. Видите? 334. Значит, все-таки здесь работают скиллы. Просто не показываются. Ага, ладно. Так, надо побольше копий ставить. Потому что она летает, и, естественно, по ней, например, каменчики не попадают. По ней именно только лишь вот эти вот. С копьями... С топорами, вот эти, да. Эти по ней будут наносить урон. У нее осталось, кстати, не очень много хп, я тебе скажу. Осталось совсем чуть-чуть. Может быть, даже вот еще одна заходка и все. Так, вот-вот-вот, смотрите. А, ты смотри, мы ее даже пробить не можем. У нее типа защиты какой-то. Ты видел, копья отлетают. Странно. Хм. А как же нам тогда ее подбить? Прикинь, если игра обогонется, а? Ну, то есть мы не сможем просто убить этого босса и все. Вот это будет жесть. Ну, смотри, мы не можем пробить. Е! Мы ее уничтожили все-таки. Все-таки мы эту птичку уничтожили с вами. Так, сейчас мы разберемся с мухами. Надеюсь, это был босс. Надеюсь, это был босс. Но на самом деле, вот первый босс, мне кажется, был самый сложный. Для меня, по крайней мере. Вот, а помните, да? Такой урод-монстр с щупальцами, с глазами. Противный, да безобразие. Вот, мне кажется, он был самый сложный. Но мне кажется, это был босс и самый действующий, работающий. Ну, прошли или нет?
Ой, не нравится мне, ребята, не нравится мне это все, потому что вот этот вот... Неужели баг игровой? Неужели мне придется переигрывать этот уровень, а? Скорее всего, ребята. А, нет, нет. Прошли. Господи, я уж перепугался. Так, ну что, мы видим, да? Птеродактиль этот улетает с каким-то там тотемом в лапах. Музей. Музей. Так, автобусная остановка. Что-то тут они стоят. Это уже как бы современный, да? У нас тут быт идет. Что-то там опять этот ботаник со своим этим шаманом. Что-то знание в книгах. Тут говорит, знание в рунах. Объясняет ему что-то. В общем, как тебе сказать, молодое поколение спорит со старым и выясняет, кто из них прав, а кто не прав. Хм, смотрите, как ни странно, нас перекинули на этот уровень. Значит, он все-таки работает. Ну что, ребята, в любом случае, если он даже и работает, мы будем его проходить уже с вами в следующей серии. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!